Всем привет! Скоро Новый год, и хочется чего-то волшебного. Сегодня мы попробуем самый обычный макияж превратить в праздничный. С помощью плоской кисти наносим тональное средство на все лицо и сверху припудриваем, чтобы не блестеть как елка на заднем фоне. Глаза – это зеркало души, и мы рисуем к ним раму, то есть наши брови. Светлые шиммерные тени наносим на все веко и область под бровями. Коричневые тени из этой же палетки наношу на внешнее веко. Добавляем черного, чтобы углубить наш взгляд, после чего рисуем небольшие стрелки и красим ресницы. Карандашом закрашиваю губы и сверху наношу помаду от MAC. Оттенком черного цвета затемняю уголки, чтобы губы выглядели пухлее. Наносим бронзер, румяна и переходим к самому интересному. Я купила вот такие наклейки и сейчас попробуем красиво их наклеить. Все зависит от вашей фантазии. Клеится очень легко и смотрится довольно-таки необычно. Все, наш праздничный макияж готов. Ваши новогодние фотки будут смотреться очень круто. Не забудьте прикупить себе что-то красное из вещей, потому что 2017 год – это год петуха, и его нужно встретить в красном. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим Новым годом! Пока!